Абсолютно, абсолютно эксклюзивная сейчас произойдет ситуация. Я ничего не буду говорить. Нет, мамочка, ты будешь сейчас говорить. Ты сейчас не говорить будешь, ты сейчас будешь стихи читать нам. Ну-ка, иди сюда. Нет, пойдем, 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 пойдем. Света. Пойдем, пойдем. Это зря, зачем? Любовь к поэзии, конечно, меня привела в первую очередь моя мама Лида, видно. Прошу любить и жаловать. Давай что-нибудь веселенькое, новогоднее. Ну, помнишь, ты нам вчера читала очень классно. Что я вчера читала? Ты много нам чего читала. Я рада всех вас видеть. Мне очень нравится, как вы восприняли этот концерт. Концерт неоднозначный такой. Таких я еще... Таких я еще не видела. И все прошло замечательно. Поэтому спасибо вам, спасибо Свете, спасибо организаторам, участникам. Всех с Новым годом. А теперь стихотворение. Стихи, 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 стихи. Молодец. Какое? Ну, подскажите. Давай вот это смешное, которое вот Наташа... Про старушку. Подожди, как? Промыло. Промыло и про старушку, давай. И про старушку давай. Как мило все вокруг, как все ласкает взор. Я на простор хочу. Я подержу. Я выхожу во двор. Вот воробей чирикнул, сколько в нем сноровки. Вот сушится соседское бельишко на веревке. Подумать только, грязь на нем была. А ведь отмылося бельишко до бела. Каким оно мне кажется приветливым и милым. Как хорошо, что есть торговля мылом. Я думаю, стену БДТ этого еще ни разу не видели и вряд ли увидели. Ну давай напись вот это вот про старушку. Отлично. Про старушку, мамуля, ну про старушку. Про себя что ли? Про себя, да. Я подержу. Старушка пошла продавать молоко. Давай, я подержу. Деревня от рынка была далеко. Устала старушка. Слушай, я выгляжу, ничего. Устала старушка, бетончик взяла и у края дороги уснуть прилегла. К старушке веселый щенок подошел, за юбку схватив, оторвал ей подол. А погода была в этот вечер свежа. Старушка проснулась от стужи дрожа. Проснулась старушка и стала искать домашние туфли, свечу и кровать. Но порванной юбки, нащупав края, воскликнула: батюшки, это не я. Пойду-ка домой, если я – это я, меня не укусит собака моя. Она меня встретит, визжа у ворот, а если не я – на куски разорвет. В окно постучала старушка чуть свет. Залаяла громко собака в ответ. Старушка присела, сама не своя, говорит: ну, значит, не я. Спасибо. Спасибо. С Новым годом вас всех тоже. Спасибо. Спасибо. Ой, это что такое? Спасибо. 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 Спасибо огромное.